Давай, второй патруль, где? Перекрывайте, помогайте им все дороги. Смотри, БК стреляет, пацаны, там БК. Откуда у вас оружие, БК? У нас просто машина. Отходите от пожара, пожалуйста, девушка, отойдите. Газ хоть перекрыли. Кого, Рено, да? Не грузина, Рено. Да не, я сразу выпадил. Смотрю, сот с нами было. Надо найти их, найти всех, обо все перекрыть. Все остановки, все, бармай. Здравствуйте. Сейчас найдем. Ну это граната, надо найти КФ-ка. Это ваша была машинка, да? Нет, братан, мы на выезд выехали сами. Тут что, перестрелка была. Жалуется хлопец, который смотрит, нос разбитый. Говорит, что его машина была. Ну их по крайней мере. Какой нос разбитый? Я так понял, что... Твоя машина? Да. А что, где Евка? Кто взорвал? Да они тут двое. А? Один с фирмой тут в курсе. Ополченцы, нет? С какого ты подразделения? Б2. А? Б2. Что за подразделение Б2, я не понял. Братка, с тобой комендатура общается. Какое подразделение? Б2. Кто такой? Кто командир? Я тебе его представлю. В смысле ты меня представишь? Алло, ну приедем, я представлю. Ну что принесли? Где база, где базируетесь? Алло. Вы где базируетесь? Машина ваша? Моя машина. Да как, откуда в машине? Алло. Ты в Увале? Да. Увольнительная где? Где там поставил? Где там? Машина. Почему с перегаром и с оружием? Разоружить его! Разоружи, говорю! Разоружи, говорю, автомат! Проверить полностью! Арестовать! Наручники, арестовать его! Руки за голову. Патронники. Патронники? Да. Обоймы проверить, сколько патронов. Барбек. Да. Не хватает. А? Не хватает. Не хватает, стрельбу значок открыл. Гранату, значит, тоже он кидал. За голову. Наручники давай. Давай, так. На, рыжий, на, наручники. Одевай наручники. До выяснения обстоятельств. Проедет с нами.